Мне пока вообще не верится, потому что это очень вообще все по-другому, новая прям, новая страница в жизни, непривычно. Ну, я долго думала, переходить в кристалл или нет, но все-таки решилась попробовать что-то новое. Долго играла в лагуне, и надо привыкнуть в большей степени все по-новому тут. Ну вот, когда предлагали первый раз, то я хотела попробовать, но все-таки осталось. А сейчас уже как бы я уже была настроена, что в новом сезоне я точно перейду в кристалл. Ну, коллектив всех девочек я знаю, тут несложно было влиться в коллектив. Насчет тренировок, ну, новое, для меня новое, много нового. Это хорошо, когда есть конкуренция. Наоборот, игрок будет расти еще больше. Ну, не особо так. Но я не допущу до этого, я так думаю. Я всегда буду в составе. Уровень совершенно отличается, что в России, что в Бразилии. Это два противоположных полюса, можно так сказать. Наверное, не так мы готовы, как они. Мы проигрываем, я могу так сказать. Но это лично мое мнение, что в скорости принятия решений, даже в скорости обычной, у них более высокая скорость. Ну, сейчас нет. Я, как бы, она за меня радуется, и я за нее радуюсь. Но когда мы против друг друга играем, ну, все равно что-то не то. Чувство такое. Не хочется играть против друг друга. Но мы так выходим на площадку. Спорт есть спорт. Ну, хочу, чтобы как можно больше болели за нас и приходили, посещали наши игры на трибунах. Увидимся в сезоне.